Друзья, приветствую вас на своем канале, с вами Александр Никулин. Сегодня продолжаю вырезать третьего по счету скакуна из всей шахматной партии. Краткое содержание первых двух частей вряд ли добавит новых впечатлений от увиденного для тех друзей, которые уже просмотрели эти ролики. Но для новых подписчиков, которые не видели начало резьбы, возможно, сподвигнет посмотреть эти части видео. Ссылки на них оставлю в описании. Ну а в этой части мне предстоит создать форму передним ногам бойца, подогнать примерный образ мышц на ногах, что довольно-таки кропотливая работа. Далее мне предстоит вырезать отворот на накидке коня, расчистить площадку, точнее фон для седла и стремян, и не забыть про поводья, аккуратно положить их на седло. Зеркальное отображение ног и прорисовка мышц заняло у меня довольно много времени, потому что рассчитывать тут больше приходится на глазомер, и штангель тут уже не сильный помощник.
Thank you.
основную детализацию, резьбу задних ног коня покажу в следующей заключительной части. Ну а на сегодня все. Кому было интересно видео, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю счастья, здоровья и творческих успехов.